Всем добрый день. В общем, продолжаю трепать мотор. Значит, выточил, сейчас покажу, какую шайбу. Для, то есть, хотел там что-нибудь примастерить, чтобы выпрессовывать гильзы. В общем, они так нормально выходят. В принципе, сейчас покажу шайбу, какую я выточил. И покажу, как я гильзы выпрессовываю. Так, значит, смотрите. Тут же ж много там что показывают, кто как выколачивает их. В общем, выточил я вот такую шайбочку. Значит, получается поршень 125 мм. Вот я сделал 125, а понаружи 129. Гильза 2 мм, я сделал 129,5. То есть она садится. Так вот я вам покажу сейчас. Просто без перчаток. Вот она спокойно сюда проваливается. То есть нормально. Упала, блядь. Вот. В общем. Сейчас я вам. Вот я ее одеваю. Она тут в свободном ходу. Ну то есть люфта большого нету в самой гильзе. Я и под гильзу сделал расстояние. Вот. Вот такую фигню. И молотком. Сейчас перчатки одену. Вот шайбу я проверил, чтоб она зашла. Вот она проворачивается, то есть, ну, в принципе, они как бы плотненько сидят. Сними, как она вниз уходит. Да нет, отсюда вот сверху. Ладно, чтобы я по телефону не ударил. В принципе, не выходит нормально. То есть молотить там особо не надо. Ну, как потихонечку добиваешь. Снимай, снимай, что ты. Я снимаю. Вот она гильза, 2 мм по толщине, ну, в принципе, уходят нормально, проблем никаких нет. Гильзы новые заказал, в общем, еще одну сейчас мне выбить и все. В общем, повытаскивал я гильзы, сейчас надо привести это все в порядок. В очень ужасном состоянии. Все грязное, блин. Сейчас сюда надо вычухивать. Вот. Сейчас ржавчину ортофосфорную обработал. Сейчас под прокладки почищаю. Вот. Вот, посмотри. Извещаю вот. Как близко что-то. В общем, надо все это сейчас вылизывать, вычухивать, вымывать, блин. Отготавливать. Вычухал я блок, привел в порядок.
вымыл. Сын помогал. Вырезал я его нормально. Вымыл крышки. Вымыл корпус подцепления. Нижний полностью. Крышку. Все, теперь надо чухать, заниматься потихоньку. Поршневую приводить в порядок. Коленвал готовый, осталось только продуть. И все, плавно переходить на крышки.